И снова всем здравствуйте. У дедушки новое занятие появилось. Черт побери. Добыл я себе вот такую вот балалайку. Миноискатель. Мины искал, искал, нашел мины. Вот они. Вот теперь рою стою здесь. Сейчас я его выкопаю и сдам. Он еще запчастюлина лежит. Вот такая вот канитель у меня теперь. Балуемся под старость лет. Все, хоть копеечка будет. Ну что, ребята, демократы, я ее вытащил. Фух. Короче, эта балалайка килограмм 140. Без пружины. Гайки не отходят. Пытался зубилом. Зубило одного ушатал. Все, даже не знаю, куда я его дел, хотел показать. Вот бил, бил. Вот сюда вот. Вот оно зубило. Вот кузнечное зубило конченое. Все, ему хана. Ну еще одно вот зубилка есть. Оно еще нормальное. Вот такое вот. Сейчас я гайки им сорву. Вова поехал, друган поехал за ключом. Здесь не меньше 55. Тут, наверное, 36-42 где-то. Ну вот такая вот фигня. Ну мы ее расколотим сегодня. Да, вот так как-то. Примерно, есть, сорвал. Сейчас ключик приедет, и мы ее обличим немножко, нашу участь. Вон шевелится, и здесь шевелится, и это шевелится, и это, по-моему, тоже зашевелилось. Все, переворачиваю я эту беду. Только чтобы она у меня не съехала, самое главное. Опять в ямку. Так, ну-ка иди сюда. Мой белый хлеб. О! Все. Сейчас я нафиг. Фу. Так, это вроде пошла. Да, это хорошо пошла. Вот эту надо. Сейчас раз винтую я ее еще там. Вот тут у меня шпрынтик стоит. Он тоже мешает. Не так, маленечко. Сейчас мы будем сделаем так. Во. Вот и все. Вот она, где собака порылась. Неудобно мне с этой стороны. Ладно. Что сделаешь? Сейчас вот так вот. Бабахну. Нет, вот тут надо бабахнуть. Все, она пошла. Ёкала мне. Лет 20 в земле продержалась. И все откручивается. Так, эту попробую. Хватит зубило тупить. Оно нам еще пригодится. Вроде пошла. Конечно, пошла. Фух.
Ну что, одну, наверное, скручу сейчас какой-нибудь, пока он едет. Пока он приедет, я ее свинчу. Кряхтю, чтоб легче было. Сейчас Вовка приедет, помогать будет. Я буду кряхтеть, а он будет долбить. Нужно, блядь, от руки пойти. О, Мадейн, Советский Союз, что? Фух, грузила хорошая на сеть. Смотрите, ребята. Как новая резьба. Так, стопорную шайбочку сейчас снимем. Вот она, стопорная шайбочка. Ничего не заржавело. Че, попробую ее сбивать. Да, тут не тут-то было. Тут надо кувалдометр правдишный. Это вам не трали-вали. Кувалду надо. Все. Большой, да? Да. Давай. Ремонт кувалды. Так. Все. О, не качается. Пошли. Ребята, демократы, я ее победил. Фух. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Не грол потек. Или что там было? Твою мать. Твою медь. Вот тебе и кувалда. О, все. Не выдержала. На две части. От того, что забил туда два клинышка, кувалда лопнула. Вот такой материал нынче делается. Ну, она вроде как старая. Ну, все понятно с ней. Не хочет. Вот эта зубила хорошая.
это дерьмо. Вот два разных кузнеца ковали. Это, наверное, еще советская кузнечная зубила. Небольшое, маленькое, удобное. Туго идет. А я тут же тоже не открутил здесь ничего. Вот поэтому и туго идет. По-другому никак. Вроде хочет, но нет. Уже не забрал ее. Тебя пока дождешься. Сколько? На 55? Ха, угадали мы. Я же говорю, ну, тут 55, не меньше. Кувалдочка не выдержала. Сука! Ну ладно, у меня где-то еще было. Че, будешь клеить ее? Конечно, клеить. Варить будешь? Этот, супер. Вот теперь все. Вот, гаечка отходит. Нормально все. Вот теперь. Здорово, пацаны. Ну, мы сегодня по-крупному почти. Копаны? А? Копаны. Кого? Копаны. Ну да. Только что спину сломали. Все нормально?
Понятно. Ну что? Все, докладываем, да? 121 килограмм, короче. Мы хотели узнать, сколько она в куче весит. Она вся в целости на 147 килограмм вешает с пружиной. Это как прям мешок, кстати, и все. А, вот они, глянцы вот эти. Ну, все. 123. Нет, ну там еще они. Ну ладно, пускай. Еще есть? Да, есть еще. А, тут сиденье закрыто. Бля, там еще нахуй таких будет раскопать бы две штуки. Три. Или четыре штуки пары. Сцепление. 3400. 3400. 1700. Так, давай. Я тебе сейчас 300 рублей сдачу дам и все.